Модели с нарисованными от руки текстурами принято называть hand-painted, и этот стиль получил огромную популярность еще много лет назад благодаря World of Warcraft, и даже сейчас некоторые студии практикуют этот стиль на мультяшных проектах. Сегодня я создам одну из таких моделей и покажу все этапы создания подобного контента. В идеале стоит начинать с рисования скетчей и концептов, но я этот шаг пропустил, так как у меня в голове было довольно четкое представление о том, что я хочу сделать, за исключением мордочки. Но скетчить можно прямо в ZBrush в процессе скульптинга, а это зачастую даже быстрее и эффективнее. Поэтому я решил сделать основу, а там уже позже буду уточнять детали его физиономии. Процесс создания модели у меня начался с использованием Z-сфер в ZBrush. Они позволяют очень быстро сделать болванку чего угодно для дальнейшего скульптинга. У некоторых, возможно, появится вопрос, а зачем в hand-painted стиле использовать high-poly и тем более заморачиваться ZBrush? Но в наше время даже hand-painted модели начинают со скульптинга, потому что это значительно ускоряет процесс. Да и само качество модели так будет лучше, не говоря уже о ее проработке. Также будет проще и в текстурировании, так как вам придется меньше рисовать, а значит допустите меньше ошибок и вообще в целом сэкономите время. Сам процесс относительно прост. Пока полигонов не очень много, я наращиваю массу в прямом и переносном смысле. Формирую образ персонажа, его силуэт и форму. Затем, наращивая все большее количество полигонов, я уточняю каждый элемент и добавляю более мелких деталей. Некоторые части тела я делаю отдельными объектами, потому что так их будет удобнее редактировать. А некоторые вовсе надо оставлять отдельно, например, глаза. Следует делать прямым, чтобы с ним было проще и удобнее работать в будущем, когда понадобится делать ретопологию и вставлять в модель кости.
Как я и говорил, под конец скульптинга, поискав несколько разных вариантов мордочки, я сделал ту, которая мне понравилась больше всего. Далее следует сделать ретопологию. Если в двух словах, то поверх высокополигональной модели я создаю низкополигональную. Этот процесс достаточно простой и медитативный. Можно включить расслабляющую музыку и попивающий юг думать о жизни, и при этом создавать сетку новой модели. Но на самом деле необходимо знать, как правильно делать сетку в некоторых местах, например, на лице и суставах, так как это очень важно при анимации. Когда лоупольная модель готова, следует создавать карту UV-координат, проще говоря, развертку или UV-мапу. Делать это можно многими способами и в разных программах, но один из лучших инструментов для создания быстрой развертки – это однозначно 3D-код. Процесс создания UV-мапы чуть более сложный, чем ретопология, но не менее нудный и при этом все равно еще ответственный, так как от правильности UV-развертки будет зависеть и качество вашей текстуры на модели в целом. На созданную развертку я запекаю карту нормалии с высокополигональной модели, или, проще говоря, хайполи. Этот процесс автоматический, но от мощности вашего ПК и полигонажа моделей зависит, как быстро он справится с этой задачей. Помимо карт нормалии, можно запекать еще много других, но я не буду на них останавливаться, потому что в HandPainted они практически не используются. Теперь моя лоупольная модель выглядит совсем как хайполи. Она имеет такую же детализацию, но в разы меньше полигонов. Наконец, можно приступить к моему любимому этапу – текстурированию модели. Рисовать прямо на персонажа – это довольно прикольно, но не всегда удобно. Поэтому иногда я переключаюсь на Photoshop, чтобы рисовать прямо по развертке, как это делали еще наши предки. Способ, конечно, морально устаревший, но тем не менее эффективный, и порой без него никуда.
После этого модель сажают на скелет, распределяют веса и анимируют, но об этом как-нибудь в другой раз. Тем временем у меня получилась вот такая модель с нарисованными от руки текстурами. А если это видео наберет 5000 лайков, то в ближайшем видео я покажу, как с нуля сделать персонажа для игры с ПБР материалами и анимациями. Ну а с вами был Арталаски. Пока!